Зато если парни не будут есть жертву, то тоже будет сексизм. В первую очередь проект «Кафе Мишель Арт», который вы
работу возглавляет очаровательная женщина Саньяр, которая очень много труда вложила в эту выставку и сейчас предлагает вам вкусить немножко нежности и скромности вот здесь. Сладости. А также мы хотим сказать вам, что вот там около окна стоит коробочка, в которую мы абсолютно легально со всеми документами собираем средства в поддержку центра «Сестры», который единственный некоммерческий благотворительный центр в России, который работает с жертвами сексуального насилия. Девушки придут к нам на программу лекций и расскажут о своей деятельности с многими другими, о которых вы можете, а также многие другие тоже придут на программу лекций и перформансов. В программе вы можете узнать из буклет, который лежит вот там. Собственно, спасибо большое всем художникам, которые согласились поучаствовать в этом проекте, да, извините. Мы немного не обучили. Мы стены красили, там все, что-то надо все свои силы. Спасибо. Дарим вам немного красоты в центре Москвы. Большое вам спасибо, было очень приятно с вами работать. Думаю, не в последний раз, и вы просто молодцы, вы вложили в эту выставку. Спасибо. Это очень ценно. Спасибо. And a big thank you to Kitty, who's just learning Russian, but so she's making a good progress, and you can discover something about her progress down in that room, where is her piece is being played. Большое спасибо Кити, которая не так хорошо пока говорит по-русски, а о том, как она изучает русский язык, вы можете узнать вот в той комнате по ее саунд-инсталляции. Спасибо. Спасибо. Спасибо.